Ивана Любенко представила сочинским читателям писательница Валентина Мельникова. А сам автор книги о Сочи, в которой рассказывается о событиях начала 20 века, уточнил, что именно в этот день, год назад, он слушал на отдыхе в Сочи лекцию краеведа Дмитрия Кривошапка. И это вдохновило его на написание новой книги. В Сочи в то время полицейское управление возглавлял бывший Ставропольский начальник сыскной полиции, да, который в Сочи был славен тем, что не брал взяток и наводил такой порядок. Собственно, вся преступность его опасалась. И роман начинается в Ставрополе, а переходит в Сочи. Книга уже продается в магазинах города, и автор приглашает всех сочинцев и гостей курорта окунуться в историю. Сама по себе заявленная автором тема «Сочи 1913 года», она сама по себе интересна. Поэтому всплеск такого вот интереса к этой книге. И тем более удивительно познакомиться с такими признанными мастерами политического и исторического детектива. Те, кто уже прочитал роман, признаются, она отчетливо передает не только дух того времени, но и речь сочинцев, живущих на курорте в 1913 году. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ».